Привет, мои дорогие! Сегодня с большим удовольствием полистаю с вами новый пятый каталог, бьюти-каталог The One. Стильный, шикарный, здесь столько акций, здесь столько моих любимых продуктов со скидкой, что это просто вау, это просто вау. Мне кажется, столько акций компания в одном каталоге еще не делала. Моя страница и уже вау! Вы можете получить эксклюзивное платье от дизайнера и VIP-поездку на неделю моды в Москве. Более 1000 модных призов. Создай свой стильный макияж и расскажи, какие продукты Ванда использовала на странице конкурса на сайте компании Oriflame. Я обязательно буду участвовать в этом конкурсе. Я даже сделала фотосессию для этого. Я очень-очень-очень хочу на неделю высокой моды в Москве. Ну и, конечно же, получить дизайнерское платье. Следующая страница и уже новинка, да? Новинка, новая губная помада The One Power Shine. Эта серия, она напоминает, эта серия как энергоблеск. В предыдущем видео я показывала три образа с тремя помадами серии энергоблеск. В моих губах помада ягодный коктейль. Это вторая моя любимица, оттенок нежная роза. Это более мягкая. Здесь есть ухаживающая формула и самое главное SPF фактор 12. Это очень высокий солнцезащитный фактор для губ. Тем более весна, ярко светит солнце, и наши губы должны оставаться ухоженными, молодыми и не образовываться мимических мелких морщин, которые будут когда-то потом выдавать наш возраст. И еще один вау. Это тушь, которая увеличивает объем в 24 раза. Делает эффект накладных ресниц. Вы можете посмотреть, какой эффект я получила от этой туши. Три вида воска. Канамбский воск, воск подсолнечника, воск рисовых отрубей. Компания Oriflame будет эксклюзивно в этой области, а потом патент компания либо продаст такой же патент, либо другие компании могут использовать подобные формулы, подобную кисточку, но они будут гораздо выше, потому что компания Oriflame изобретает такие формулы, а другие компании покупают. Соответственно, такая тушь, здесь она по полной стоимости всего 280 рублей, аналогичную тушь у других брендов вы можете на высокий, на большой порядок дороже покупать. Следующая страница и опять The Wow. Это самые насыщенные и стойкие оттенки, кремовая текстура, пудровый эффект нанесения. Очень-очень мне сложно. Я над этой страничкой, мне кажется, уже 2 или 3 недели вот смотрю, и я не знаю, какие оттенки мне приобрести. Наверное, я их буду покупать по 3 оттенка в каждом каталоге. Почему? Чтобы насладиться. Кремовая текстура долго держится. А в следующем видео я как раз получу заказ, я вам покажу, как они наносятся. И страницы вы также можете приобрести кисточку для нанесения теней. У меня следующая страница и опять вау! Этот продукт, который я обязательно, я жду с нетерпением заказать как тональную основу, так и консилер. А здесь идет технология Howlite, отражает цвет с поверхности кожи и визуально выравнивает тон лица. Но не это главное. Эта тональная основа выталкивает ваши морщины, она отражает морщинки, что делает их менее заметной. Не содержит масел, что будет идеально для комбинированной и жирной кожи. Она великолепно наносится, и ее можно наносить в несколько слоев. То есть нанесли один слой, да, посмотрели, где у вас требует коррекции, вы нанесли еще. Вначале, когда нанесла первый раз, экономненько, все скромненько. Ну, обычная тональная основа, ничего такого сверхъестественного. Но когда я уже испробовала 3, измазала все пробники разных оттенков, я поняла. Я поняла, насколько классная, шикарная текстура. И мне кажется, это будет лучшая тональная основа, которая есть в компании Oriflame.
Центральное слово представлено в 6 оттенках, и для себя я возьму оттенок чуть-чуть темнее, чем моя кожа, прям либо в тон кожи, но корректор нужен всегда брать самый светлый, более светлый, чем тональная основа, для того, чтобы потом можно было делать контурирование, создавать какие-то эффекты. Вот здесь светлее, где-то затемнение. То есть вот такие вот приемы. И потрясающая акция. 55% скидка, если вы берете тональную основу и корректор. Ах, акция потрясающая. Следующее уникальное предложение. Покупай новую декоративную косметику. Ну, мы так ее будем покупать. И получи комплект дизайнерских украшений в подарок. То есть вы покупаете любые два продукта в 5-м каталоге и в 6-м каталоге и получаете в подарок дизайнерский комплект дизайнерских украшений. К сожалению, я вам не могу его показать. Он у меня был, приходил мне в подарок, но я его подарила маме. Потому что это ожерелье, оно с кристаллами Сваровски, оно подходит абсолютно под любой наряд. Классическое украшение, я его относила со всеми нарядами, мне стало скучно, я его передарила маме. Защитные очки всего за 249 рублей, 65% скидкой при единовременном заказе на сумму 790 рублей. Ну, конечно же, заказ у меня будет на гораздо большую стоимость, поэтому я приобрету себе и футлярчик со скидочкой, и очки. А у меня есть дорогие брендовые очки, и есть наши орифлеймовские. В основном, если пойти куда-нибудь на пляж, с ребенком куда-то, да, я знаю, что на пляж они очки такое, знаете, могут о песочек потереться, куда-то попасть не туда, поцарапаться, да, поэтому вот на пляже куда-нибудь такой я беру орифлеймовские наши очки. Вот, наша история по поводу качества очков. Мы поехали на пляж, и у мужа где-то потерялись очки, мы заехали в магазин и купили дорогие брендовые очки ему, которые стоили около 10 тысяч рублей, вот, и нам, конечно, презентовали, какое качество хорошее, и протестировали через машинку, то есть вот, посмотрите, 100% защита от, ну, от ультрафиолета. Вот, и я говорю, а можно проверить мои очки? Это прошлогодняя коллекция была с логотипом Giordani Wood. Вот, девушка, да, конечно, так, да, конечно, у вас хорошие очки, это Gucci, да, вот, там коллекция, это прошлогодняя коллекция, там что-то говорили, это коллекция Gucci, вот, да, здесь классно, точно такая же 100% защита, все. Я говорю, да нет, вы знаете, это очки от компании Oriflame, они стоят, стоили по акции 199 рублей. Она говорит, да, вы что там? Ой, нет, ну качество стекла, или там пластмасс, или что там, да, очень хорошее, все, то есть, вау. Поэтому, конечно же, очки себе эти я приобрету, и буду сочетать их, обязательно найду под какой-нибудь наряд. Тем более, вот, видите, у меня, ну, здесь не передает гамма, такой фиолетовый оттенок у меня есть на что. Следующая страничка, и тоже, ну не вам, но это то, что нужно каждой женщине. Весна. Мы снимаем головные уборы. Наши волосы, хочется, чтобы они выглядели шикарно, ухоженные, блестящие. Меня часто спрашивают, каким оттенком краски, какими красками я пользуюсь. Это краски от Oriflame. У меня они идет амбре, и я делаю окрашивание с тремя красками. Вначале у прикорневой зоны я использую 7-й оттенок. Дальше у меня идет оттенок 8-й, номер 8. Вот видите, какой оттенок. И на концах у меня идет оттенок номер 9. У меня эта краска закончилась, я в этом каталоге ее обязательно приобретать буду. И я окрашиваю волосы не каждый месяц. Здесь, наверное, незаметно, у меня уже отросли корни. Эта краска очень мягкой текстуры. И главная ее особенность, она дает восхитительный блеск. Волосы выглядят здоровыми, шикарными, ухоженными. И этой краской не надо постоянно подкрашивать волосы.
Попробуйте, подберите себе максимально естественный для ваших волос оттенок. То есть, если вы хотите какой-то эффект сделать, сделайте так, чтобы прикорневая зона как можно ближе корни у вас как можно были близки с оттенком вашей краски. И тогда вы можете красить волосы раз в 3 месяца. Вот последний раз у меня был промежуток, например, полгода. А на зиму я делала так, чтобы мои волосы отдыхали. И посмотрите, уже прошел месяц, какой насыщенный блеск. Да? То есть краска не вымывает. Раньше у меня была проблема, почему я часто красила волосы, потому что 3 недели оттенок вымывается, волосы выглядят тусклыми, некрасивыми, и поэтому нужно было постоянно красить, 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 чтобы придавать волосам блеск. Тем более это что касается темного оттенка волос. А вот такая вот накидочка, она, посмотрите, какая у меня рабочая, потертая, в краске, защищает нашу одежду от окрашивания. Рекомендую. Любимые продукты. Шампунь, который не вымывает цвет волос. Кондиционер, который делает волосы блестящими и послушными. И продукт открытия, находка для меня, который я буду покупать, покупать и покупать, это несмываемый кондиционер. Как вы знаете, для того, чтобы отрастить и чтобы ваши волосы были здоровыми, им необходимо постоянное увлажнение. И этот кондиционер вы можете наносить непосредственно как только после мытья и каждый вечер, перед тем, как вы ложитесь спать, на кончике волос, для того, чтобы волосы получали увлажнение и не становились сухими. Фэшн-сумки. Это сумки, которые сейчас очень актуальны, трендовые. Первое – это очарование классики. Классический черный цвет с отделкой под кожу крокодила. Классика, которая никогда не выйдет из моды. И вторая коллекция – это сумка и кошелек Надин. Я на выходных была на шопинге и как раз посмотрела сумки известных дизайнеров. И вот такая вот отделка, такой вот... с выделкой под кожу змеи, с эффектом золотистого блеска. Там вот с коллекции сумочки присутствует. Но, к сожалению, цена там не такая, как в этих каталогах. 30-я страница. И я остановилась. Я себе шью на заказ костюмчик. Такой синий. Это я не буду показывать. Потом там серебристым кружевом идет. И вот... Эта коллекция будет идеально. Скоро я его одену, я забрала у дизайнера и обязательно вам покажу фотографии. Думаю, эта коллекция будет идеально для моего комплекта. Я отдельно сниму видео. Следующая страница — кружевное очарование. И в этой коллекции я запала на шарфик. Шикарный шарф и такой красивый серый оттенок. Я вообще очень люблю серую гамму. Обязательно себе закажу. Опять покажу в следующем видео. Открываем следующую страницу. Ну и что, девочки? Опять ах! Мне безумно понравилась серия Изабелла. Сумка и кошелек. Пояс я пока не знаю, подо что мне использовать. Это будет идеальный комплектик, который, мне кажется, шикарно подойдет. Я купила новое пальто себе, такого сине-серого оттенка, тоже покажу. Думаю, мне вот идеально под эту коллекцию подойдет. И эту сумочку я приобрету с 50% скидкой. Следующий мой любимый продукт на 35-й странице — это крем Биоклиник против темных кругов под глазами. Ребята, это космоцевтика. Это другой уровень косметики, более высокий. И по таким привлекательным ценам крем реально работает. У меня часто появляются темные круги под глазами, потому что я работаю, люблю работать по ночам. По 3 часа могу поспать, когда у меня какое-то вдохновение. Крем работает, я его покупала, покупаю и буду еще покупать. И дальше на странице 36 и 37 невероятная акция.
дневное или ночное средство Биоклиник, именно лифтинг-крем Биоклиник, 70% скидки при одновременном заказе на 300 рублей со страницы 35-58. Такой акции у нас еще не было. Я слышала очень много положительных отзывов про эффект, и обязательно я себе попробую. Кроме того, можно использовать как циклично, то есть в течение, например, месяца вы используете, чтобы получить эффект, либо вы можете его использовать, так сказать, например, по воскресеньям, по выходным, чтобы максимально восстановить кожу. Это как будто салонная какая-то процедура. Компания продолжает продолжает запускать продукты серии «Эколаген» со стволовыми клетками растений, которые эта серия запатентованная, и она реально ваши морщины уменьшает на 33%. Это доказано клинически. Что здесь такого особенного? Очищение, тонизирование. Эти средства подходят для комбинированной жирной кожи. Наши клиенты, женщины, очень просили сделать серию Биоклиник именно для комбинированной жирной кожи, потому что, в принципе, по статистике, именно если взять Европу, в Россию, то у нас больше идет комбинированная кожа у женщин. Тоник. Что удивительного такого в тонике есть? Здесь присутствуют стволовые, ну, клетки растений, да, и также здесь в состав тоника у нас входит активные гидрокислоты, стимулирующие процесс естественной регенерации, то есть фактически обновление клеток кожи. И на странице 41 невероятное предложение попробовать сразу всю серию «Эколаген» с 40% скидкой. Девушки, если вам 35, чуть-чуть за 35 и далее, я рекомендую, настоятельно рекомендую вам приобрести всю серию целиком. Это лучшее, что сейчас есть. Это 43 и мега продаваемый продукт. Капсула ночного действия со скидкой 2 по цене 1. С 50% скидкой. В состав этих капсул входит сразу 6 масел. Соя, авокадо, персиковые косточки, кунжута, черная смородина или лимонтеса. Все, кто пробовал, их заказывают всегда, все время, про запас, иногда даже по полной стоимости, потому что эффект реально ощутим. Поэтому, девушки, закажите, пожалуйста, делайте, порадуйте ваших мам, они будут очень довольны. Девочки, я не знаю, что такое, камера у меня ужасная, пришлось сменить на другой, поэтому продолжим здесь. И я вам сейчас расскажу о моей любимой продукте, который я сейчас еще раз закажу. Почему я буду заказывать этот продукт Body Perfector? Во всей серии содержится кофеин, который сжигает, ну, убирает наши объемы, экстракт зеленого горошка, который делает упругость нашей кожи. И здесь идет масло розмарина, которое ухаживает и подтягивает. Это средство очень эффективно. Я сейчас обязательно закажу себе еще такой же гель. Почему? Потому что весна, наша кожа, наше тело нужно быстренько приводить к пляжному сезону. На странице 37 идет автозагар для лица. Его рекомендую. Он делает равномерное окрашивание вашей кожи. И здесь содержится натуральный компонент сахарная свекла. То есть безвредный и который как раз таки дает эффект автозагар. Также у нас есть спрей автозагар, и я его хочу обязательно себе купить. У меня он был, я пару лет приобретала, потом как-то перестала пользоваться автозагарами, но сейчас, испытав эффект автозагара на лице, обязательно приобрету, тем более, сами знаете, как сейчас страшно ходить в солярий. Также запуск серии Optimals, это отбеливание лица. Вначале я подумала, что здесь очищение и тонизирование идет из серии Optimals для нормальной комбинированной кожи, но я ошиблась. Вы можете посмотреть, здесь в новой серии написано осветление. Эта серия будет идеальна для тех, у кого выражена пигментация, веснушки, а тем, кому наоборот
кожу нужно осветлить. Тем более сейчас такое весеннее активное солнышко, и эта серия уникальна тем, что она замедляет синтез меланина, то есть ваша пигментация уменьшается естественным путем. То есть не только идет защита на то, чтобы, скажем так, пигментация не происходила, но и также она будет замедляться. То есть это очень большое достижение в области косметологии. На следующей странице вы можете увидеть тоже со скидкой дневной крем «Энергия молодости». Я также его использую, пользуюсь серией. Эта серия уже кому 30+. Смотрите мое предыдущее видео. Это я использую вот такие вот лаки. Они произведены во Франции. И с ними еще со скидкой идет вот такое средство для снятия лака. Очень люблю. И хоть у меня лаков много, такая вот уникальная акция. Вы можете заказать при покупке любого лака со страницы 68-69, вот такое средство всего за 99 рублей, поэтому еще лак какой-то я приобрету обязательно. Тем более 55% скидкой мои любимые продукты, вы можете посмотреть, насколько активно я их использую. Они вот-вот уже заканчиваются, это я их приобретаю уже второй раз. Большой скидкой идет карандаш. Также с большой скидкой идет карандаш «Экспресс Контур». Я вот сейчас вот покажу. Это у меня в оттенке коричневый. И он мега стойкий. Вот вы можете посмотреть. Я его только нанесла, и все. Его стереть невозможно. Только нужно хорошее, ну, обычно очищающее средство. Простите. Ну, вот он. Вот прям вот он водой даже не смывается просто так. А утром с эффектом загара, либо бронзер, пользуюсь им часто, вот вы можете посмотреть, то есть делаю контурирование, потом использую обычные румяна. На этой же страничке также есть со скидкой матирующая пудра. Безумно ее люблю, у меня их две пудры, и они у меня валяются все время в разных сумочках, и я все время их теряю, но без них я не могу завершить свой макияж. Очень хорошо впитывает жир и долго-долго держит вот контроль вот в Т-зоне. Следующие туалетные водички, которые сейчас идут со скидкой. Абсолютно разные противоположные ароматы, но мои любимые. Первый это Amo by Demi. Аналог вы можете узнать в Chanel Allure. Allure называется. Аромат я наношу, когда идет образ роскошной, дорогой женщины, представитель, ну вот, состоявшейся роскошной, дорогой женщины. У меня оно под как раз-таки золотую, черную гамму, такой вечерний аромат, безумно люблю, и он придает любому образу элегантность, утонченность, стиль. Очень люблю этот аромат. Абсолютно противоположный аромат. Нежный, свежий, мягкий, весенний, такой согревающий. Я о нем рассказывала в прошлом каталоге, безумно его люблю и наслаждаюсь этим ароматом. Другующая коллекция Yacht Club для мужчин. Очень понравилась. Знаете, парадокс. Почему-то в Европе мужчины красивее, они более ухоженные, такие все лощеные. А вот в России почему-то более ухоженные женщины. Почему мужчины не пользуются средством по уходу за лицом? Они что? Уже второй флакон. Один раз прихожу, вот столько оставалось, наверное, пены здесь. А моя дочка поигралась и вот этот вот пол флакона вылила в ванну. Кошмар. Это был просто кошмар. Ой, серединка каталога. Ой-ой-ой, какая красивая весна. Прихваточки. Такое зелененькое, ажурненькое, все такое вот нежненькое. Тоже одно разорение, но я вам хотела показать то, что у меня уже есть Пасха. И у нас есть люди, которые близки Пасха, и у нас есть такие родные люди, которым хочется сделать какой-то особый, запоминающийся подарок. И на этот случай в компании есть вот такое, вот такая вот дизайнерская, безумно дорогая шкатулка. Нам компания ее подарила. Мне безумно нравится. Посмотрите, здесь обработано кристаллами Сваровски. Такое пасхальное яйцо в стиле Фаберже.
По полной стоимости она 104 тысячи рублей. Сейчас со скидкой 659. Вообще акция великолепная. И если бы мне такое подарили, я бы была безумно рада. И на этом все продукты, которые я люблю, которые я покупаю, есть скидка в этом каталоге. А в следующем видео я запишу вам о том, что я приобрела в новом каталоге, и покажу новиночки. Все. Если вам видео было интересным, ставьте класс, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.